Симферополе произошел взрыв газа в 9-этажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму. По данным спасателей, 10 ноября в 11 часов 23 минуты поступило сообщение о задымлении на 5 этаже 9-этажного дома по улице Лермонтова, 5. Оперативно к месту происшествия прибыло подразделение 1-го спасательного отряда. По прибытию предварительно было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Отмечается, что в результате взрыва в доме оказались выбиты стекла, также поврежден фасад здания. Жертв и пострадавших нет. Для ликвидации ЧП привлекли 22 человека и 8 единиц техники. По информации прокуратуры, причиной происшествия могла стать неосторожность собственника квартиры при использовании газового оборудования. При установлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, уточнили в пресс-службе.